Ребята, очень круто видеть вас всех вместе. Скажите, а почему молчит Мац Хумельс? Мне кажется, что он уже что-то говорил. Ну ладно, Мац, скажи что-нибудь. Просто я, как и всегда, стесняюсь. Это именно тот Хумельс, которого мы все знаем. О, приветики. У нас еще один. Лучше, кстати, не смеяться над своими шутками. Хорошо, учту. Мистер Малага, расскажи, как ты? Подождите, дайте посмотреть. У кого зубы белее? У Юргена Клоппа или Филиппа Сантаны? Мне кажется, что у них одинаковый оттенок. Если так подумать, то это вы заплатили за мои зубы. Это явно не обо мне. Мне еще придется их отрабатывать. Это все влияние Фермина. Фермина. Забавно. Кажется, у Фермина другой оттенок. Его зубы сильно отличаются. Они какие-то неоновые. Вообще, Бобби пошел к тому же стоматологу, что и я. Там он увидел каталог с моей улыбкой. И выбрал именно ее. Я уверен, что все так и было. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски.